В свою очередь, в Баку на встречах с официальными лицами страны генеральный директор ИСЭСКО обсудит перспективы сотрудничества между организацией и Азербайджаном. Генеральный директор Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры Салим бин Мухаммед Аль-Малик в ходе своего визита посетит исторические и культурные памятники в различных городах страны, в том числе в Карабахе. В рамках визита также будет обсуждаться вопрос сохранения исторического материального наследия Азербайджана, внесения их в список наследия исламского мира ИСЭСКО. Ожидается, что группа экспертов организации также отправится на освобожденные территории для осуществления миссии в связи с разрушенными во время оккупации мусульманскими памятниками и отразить это в своих отчетах. Азербайджан стал членом ИСЭСКО в декабре 1991 года. За этот почти 30-летний период было реализовано большое количество совместных проектов. В список исламского наследия внесены исторические, религиозные и культурные памятники, которые находятся на территории Азербайджана.